Йоу, всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я Утес Шиморо, и добро пожаловать в Battle Teams 2. Да, в тот самый Battle Teams, который убийца пабгов и всех остальных шутеров, который вышел и, значит, вводит все больше и больше новых режимов в игру. Так вот, сегодня мы с тобой будем смотреть на обновление Battle Teams 2, ребята. И в игру добавили сюжетный режим. Мы с тобой смотрели на Battle Royale, на Deathmatch и на все остальное, но теперь здесь есть сюжетик. Что-то интересное, и я намерен на это посмотреть. Если вдруг не знаешь, как скачать и поиграть в Battle Teams 2, я тебе оставлю ссылку в описании. Там ты легко найдешь, скачаешь, как говорится, и погрузишься в игру. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть также склад, получается. В игре, кстати, огромное количество различного оружия, да. Ты его полностью кастомизируешь, улучшаешь, делаешь, как тебе удобно. То есть у тебя есть всякие арсеналы. Опа, это что такое? Оба-на, тигриный лев, смотри, в игре есть. Огненный тигриный лев, смотри. Это что за реклама? Новый парфюм? Что это? А, это нихуя себе! Это новая снайпа! Да, я понял, ну это арсенал, короче, ну ты понял, да? А, значит, можно кастомизировать, всякое разное здесь делать, навешивать, обвешивать и так далее. Прокачиваешь, получаешь удовольствие. Вот, можешь посмотреть мой предыдущий ролик по Battle Teams, где я, соответственно, разбирал, как это все качается, как это играется и так далее. Сегодня мы посмотрим на сюжет, посмотрим, как это играется и насколько это интересно. Ты чувствуешь? Я чувствую. Поехали смотреть. Итак, братишки мои и сестренки, начало матча. Так, а где наши люди? Почему я один? Нас было трое? У меня было три человека. А вот мои пацаны, Грейпер подгрузился. Так, что у нас есть? Вау! Слушай, красивый графон, а. Чё? Чё за на... Я еще не досмотрел! Господи, какой ты тиран! Ему нужно в руку. Господи, как громко, подожди. Ему нужно в руку пиздючить. Кто это такой? Что это за чел? Давай вот так вот. Под разъебченко его. Блядь, чуть не въеб, чуть не... Тихо. Есть аптечка у нас. Патроны. Что здесь происходит? Господи! Вот это я понимаю, накидулечка. Вот это я понимаю, блядь. Вот это я понимаю, припиздулечка. Тихо, маленький, тихо. Тихо, меня пиздят, ребята. Меня, почему я первый пизжусь? Дай. Соснули. Оп, хорошо. Так, я подсосан. Из огня да в полымя. Так, а что в нем, что в нем? Что-то мы собрали здесь. Сумеречный кристалл. Они нам нужны, да? Восстановитель энергии. У нас есть, короче, по квестам, получается, какие-то цели и задачи. Нам нужно отпить атаки вражеских зараженных, пока Хлоя определяет местонахождение цели. То есть здесь мы пополняем боеприпасы, пополняем, соответственно, всю фигню. Они будут нас, соответственно, атаковать, получается, монстры. Хуенстры и всякие остальные ребята. Ну давай скажем, ну монстр вот этот, конечно, пиздец жесткий. Прикольный графон, оформлено очень хорошо. Зараженные получают еблетинку. Не хватает подкатиться, знаешь, как-то. Нихуя себе ты передо мной вылез. Но вот эти вот кажутся слабенькими, ребята. То есть это не серьезные мальчишки. То есть с ними, в принципе, можно легко... Опа, мы идем дальше. Описание совпадает. Да, это Хэмбарра. Хватит. Оставьте меня в покое. Ничего себе, это паркурист какой-то, блядь. Ему удобно в пиджаке, не? Не дайте ему сбежать. Так, и как нам здесь открыть это? F7, чтобы включить-выключить фонарик. Тихо. Бля, хуета бежит. Еще один тиран. Бля, ему похеру. Ему абсолютно похую. Мы все здесь новички. Бля, ему нужно в руку стрелять, и там еще челики. Так, тихо, спокойно. Эти уже посильнее? Нет, хуй его знает. Надо с дробаша пройтись. Тиран! Что ты сделал с ним, братан? А у меня что за обилка? Е?
Я тоже какую-то залупу сделал, блядь. О, подожди, у меня вид какой-то был от третьего лица или от первого, хуй его знает. Тихо! Е, у меня есть купол, ребята, купол. Хуячу. Это не купол, это для меня защита получается. Вот, я могу принять въебало прям от него. Я могу танчить. Я не знаю, попадает он или нет по мне. Все, ему пиздарик. Серия убийств у нас. Дай-ка я перезаряжусь. Готово. Веду преследование цели. Подбираем аптечечку. А я... Ребята, нормально, нормально, они не кончаются. Поехали. Давай. Бля, слушай, интересно, мы как играем, знаешь, это мне напоминает какой-то Left 4 Dead, но поприятнее, поинтереснее. Есть тоже злые такие огромные противники, получается. Есть маленькие пиздючата, которые, в принципе, тебе ничего не могут сделать, только толпой. Фонарик давай включим, посмотрим. Настоящий лабиринт. Держитесь вместе. Настоящий лабиринт. Мы с тобой держать. Охуеть. Охуенно! Здравствуйте, господин Тиран! О, нормально, видишь, тоже обилку чуваки юзают наши. Вот этим нужно пиздячиться нормально. Ой, он нормальный парень. Тиран получит пистюлятку. Блять. Тихо! Ешечка. Ебанул. Все, я могу танчить. Ву! Отлично. Забираю кристаллы. Я не знаю, для чего они мне нужны. Там даже после босса показывается нанесенный урон. У меня хп нет, кстати. О, смотри, дырочки остались. Я понял, там коллайдер. Вот это мне нужно. Пока что самый грозный здесь противник это тиран, как бы. Остальные все такие маленькие пиздюки. Интересно, будет ли больше их таких вот страшных всяких разных? У, нифига, я там еблетов нащелкал. Приятно, приятно! Давай еще еблетину! Хорошо! Нормально, нормально, нормально. Блять, ненормально. Их слишком много. Это пиздец какой-то. Их слишком много. Жесть какая. Жесть какая. Просто жесть. Это значит, все очень хорошо оптимизировано. Что меня удивляет. А, прям вообще ни единого ни подлага, ни подглюка, ничего. Что там? Дверь открыта. Задание обновлено. Патроны у меня есть? Патроны у меня есть. Нам вниз, вот сюда нужно сейчас. Мы с тобою сходим вниз. Спрыгнем на этот карниз. Охереть, а здесь еще клубешник какой-то. Сейчас танцевать будем? Сейчас будет босс какой-то, да? Сейчас под музыку будем их... Понял. Они уже побежали на вечеринку. Ребята, это туса, кто? Так, как ты достал меня, а? Броню нужно ебануть. Это какой-то другой тиран. Тихо. Я не знаю, ему в лицо нужно бить или не в лицо. Очень непонятно, очень... Блять, там пизда нашему! Не хватает мне подкатиков каких-нибудь. Чтоб за яйцом было. Господин тиран. Разрешите припиздюлить. Чтобы было хорошо. Чтобы пипульку мы не дули. Тихо. Нормально, нормально. Забираю кристаллы. Больше никого я не вижу здесь из врагов. Чё, все?
А где у нас здесь хапулька, хуюлька? Сосулька, вон туда нам нужно. И там, наверное, мы подлечимся с тобой. Бля, нам нужно ХП. Это очень плохо. У нас у господина Грея уже ХП нет абсолютно. То есть он... Внимание, цель остановилась. Хэнк Барна прямо передо мной. Что происходит? Только не это. Он вводит себе препарат. Последствия могут быть непредсказуемы. Мои жены здесь. Их могут убить в любой момент. Он сейчас станет боссом? Я просто хочу спасти... Халк! Это Халк, говорит, точно! Хватит меня преследовать! Цель пришла в ярость! Берегитесь! Халк, крушить, блядь! Быстрее уничтожьте зараженных! Халк, ломать, ёбаный стыд! У нас нет ХП! Так, мне нужно срочно, срочно, быстренько на аптечку. Быстренько, быстренько, ребята. Соберите взрывчатое вещество, которое осталось на телах зараженных. Его должно хватить. Да, соберем сейчас. Где? У нас... Доверьтесь мне, толковые советы, это мой... Бонусы какие-то должны быть. Блять, они лезут. А у меня гренов... Грен нету никаких? Блять. У меня еще какая-то ЛЦ горит, я не знаю, что это. Но это пиздец какой-то. Наши отходят назад. Бля, мы там еблетиным бьем. Нужно во взрывчатых стрелять, когда они в пачке, я понял. Нужно пиздючить тех, кто взрывается. Вот, и тогда у нас все будет пиздато. Прям по головам им проходить. И нормально будет, большое количество урона будет. Нам нужно по очереди перезаряжаться. Сейчас быстренько беру, ребята, не надо. Блять, а что с нашими пацанами? Пиздец какой-то. Как они разрываются! Так, а вот это взрывчатое вещество, которое нам нужно собрать, я понял. Все, выполнил задание. Я понял, как это работает, ребята. Взрывчатое вещество получается. Вот мы его собрали, и сейчас взрывчатку ебанем. Нужно перезарядиться сейчас. Ну, то есть, чтобы все было чики-пуки, как говорится, да? Давай, перезарядим сейчас патроны. Перезаряжаем, получается, залупнину, ну, то есть ХП. И взрываем вон там, вон дверь, которая у нас стоит здесь, да? Бля, пиздата, интересно, есть что-то в этом? Вот, мы закладываем здесь взрывчатку. Ну, давай, а? Обратный отсчет начался, отойдите подальше. Давай, братан, блядь. Внимание всем, эти твари умеют напускать туман, убейте их первым. Воу! Бля, я и хотел посмотреть, новых видов монстров будет большое количество, нет? Умеют напускать туман. Бля, там что-то взрывалось на самом деле, там что-то взрывчатое было рядом. Нам нужно вот что сделать. Что это? А, поставить нужно успеть заряд. Блядь! Их тысячи, блядь! Красава! Так, я под щитом это делаю. Ставлю щит и ебашу. Все, я сделал это. Только я могу установить C4 на самом деле. Идем дальше, ребята. Бля, мне нужно до второго этого накопить. Смогу? Бля, щит пропал. Но я смог. Я сделал еще заряд. Нормально, заебись. Бля, и сзади лезут. Это офигенно просто. Это просто офигительно. Такое мясное месиво просто. Лефт-4-деды всякие сосают просто пипончик. Так, мы идем дальше. Что ты там, братан? Поехали. Пошли, пацаны. Блять, они и здесь. Да, конечно.
Пацаны, вы чё, блядь? Блядь! Чувствую себя в одиночестве. Чё мы здесь должны? Отбить атаки. Продолжаем отбивать, получается. Осторожно! Обнаружен странный объект. Так, а у нас там наверху что-то есть. Что это такое? Чё происходит? Раптор! Двигается очень быстро, что-то... Ну хуярим, брат. Так, а где наш братишка? Он, видимо, за патронами пошел. Блять, мы вдвоем ебашимся. Главное не откисулить. Хорошо. Щит будет припи... Охуеть, он перекидывает. Нужно похилиться. Нужно похилиться, блядь. Работаем, работаем, работаем. Там еще хуета бежит. Да давай, маленький, блядь. Сейчас с ним буду заканчивать, ребята. Сейчас я с ним закончу, нахуй. Поехали. Мне ничего не будет, мне ничего не будет. Он наших сейчас раскидает, нахуй. Хорошо, где братан? Братан живой? Грей, 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 Грей. Давай, 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 брат. Вытащим, вытащим, вытащим хуйню. Хорошо. Хорошо. Команда. Это был финальный босс или что? Вот я, мне сейчас интересно. Пау, пау, пау. Блять, пиздата, пиздата. Чё там? Шишари! Пацаны, пошли! Пошли разъебывать! Охуительно! Это весело и охуительно. Это был последний босс, наверное, как я понимаю. Задание выполнено? Нет. Войти в переулок, блять. Там пацанов пиздят. Да ну, я не буду даже туда смотреть. Чё здесь про... Ёбаный стыд. Чё здесь творится? Чем выше ваш уровень, тем вам удобнее в бою. Дайте мне еще какую-нибудь обилку. Чё у меня за LLC? LC. Left click. Как будто. Чё у меня за обилка? Что за LC? Мне интересно. F. E. EQ. R, T, G, B, Z. Нет, я не знаю, что это за клавиша. На Ctrl, Left Ctrl, господи. А это мы забираем всякое разное, да? Кристаллины, которые нам нужны будут, видимо, для каких-то крафтов, либо еще что-то. Осколки памяти. Это типа у меня награда, рейтинг B. До выхода... А, это вот они, награды, которые я собираю. Хуеть, перекат на месте. Это типа то, что я получил за это. Я думал это самое. Ты еще должен собрать награды руками после того, как ты пройдешь. Ты прикинь, да? Блять. Это интересно на самом деле, это очень круто. Так, значит, смотри. Здесь есть сюжет, первую часть которую мы прошли. Да, то есть вот этот вот сюжет мы с тобой сделали. Вот. Есть еще у нас, получается, вылазка и экспедиция. Давай сейчас посмотрим вылазку или экспедицию и будем делать выводы. Сюжет мне понравился. Нужно ожидать вторую часть, как бы. В принципе, если нормально поднимать челиков и уровень сложности, я думаю, выставить будет сложно, но больше наград. Да, как я понимаю? То есть все больше и больше, больше у тебя наград, больше обилок, больше всего... Блин, это интересно. Пойдем посмотрим еще. Итак, ребята, теперь режим вылазка. Что мне дают? У меня дробаш? Дробаш. Это. Ребята еще загружаются, как бы. Понятно. Также есть у нас перезарядки всех, дождаться начала задания. Сейчас ребята, получается, подгрузятся, и мы все вместе, получается, пойдем куда-то. Лаборатория. Слушай, прикольно. Мне нравится. У меня также купол.
Можно, в принципе, наверное... Так, подождите сначала задание. Где ребята? А вот ребята. Вот у нас еще один челик появился. Задание выполнено. Хорошо. Продержаться 4 минуты и уничтожить всех зараженных. Охуеть. Давай, откуда лезут? Я вас слышу, маленький. Блять, очково! Братан! А чё они все сюда долбятся? Головоломка! Нихуя себе! Вот это я понимаю, бля, вот это меня... Братан, подгрузился, да? Ты с телефона, что ли, брат? Здесь нам... Ебать! Патри-то, кстати, кончаются, на самом деле. Нам нужно перезарядиться уже с кудесником. О, нихуя ты кто? Ебать, ксеноморф. Там какой-то ксеноморф стоял наверху. О, смотри какой, блядь. Раз. А, они все одинаковые такие. А, и экстримчик ебашит там. Давай, экстримчик. По красоте накидываем, экстримчик. Чё там? Так, этим ребятам пизда. Нужно отходить немножко. Там еще у нас есть монстры, не? Кудесник. Кудесник на перезарядке, я понял. Кудесник слишком занят. Кудесник слишком занят. Ему так заебись. Кудесник охуенный парень. Нихуя себе! Кудесник, они сюда не придут, понимаешь? Кто там? Ебать! Ты чё, на его на ствол повесил? Господи! Тихо! Тихо, брат. Тихо, братан. Ну ты же тиран. Ёб твою мать. Спокойно. Хорошо. Забрали, что-то меня пиздят. Спасибо, братан. Спасибо, ты настоящий друг. Пополнить запасы. Хорошо. Это мы сейчас сделаем. Видимо, здесь тоже будет какой-то босяра. Тираны сюда, получается, тоже у нас приходят. Вот это статуя, блядь. Ну что, Николай II, что ли? Похож. Еукерион. Лаборатория. Фаза 2. Ой, блядь. Прикольно, чел, турель поставил. Блядь, тихо. Ой, чувствую, нам сейчас пизды дадут. Я не знаю, почему у меня предчувствие хуёвое! У меня очень плохое предчувствие. Тихо, тихо, тихо! Очень все плохо, очень. Очень ёбло летят, очень. Я не знаю, где наши ребята. Ну, кудесник нормально, там стало ему удобно, кстати говоря. Опа, нихуя себе, блядь. Опа, спасибо. Ну, я могу и потанчить его, по идее. Но я пока не накопил энергии, я не знаю, с чем это связано. Но у меня пока маловато энергии. Пошел нахуй. Опа, перекатился. Заебись. Так, подожди, я подсосу. Бля, кудесник подсосет.
Давай, брат. Давай, теперь я. Теперь я. Нет, я не сосну. Блядь, сосну, но другое. Спокойно, братан. Это пиздец. Это очень жестко, это очень жестко. Это пиздец как жестко, ребят, пиздец как... Это пиздец как жестко. Я сосну, я сосну. Нормально, ребят, я еще успею, я еще успею. Я еще успею, ребята. Пожалуйста, кройте меня. Кройте как можете. А, все нормально. А, вон там, смотри, этот. Пиздецовый парень. А у меня купола нет, сука. Купол есть. Танчу. Танчу его. Затанчено. Затанчено. Забираем ресики. Ой, блядь! Очень все плохо. Там еще была штука. Нужно забрать. Да разрешите мне! Блядь, жесть какая! Надо их сюда в одну кучу. Надо их в одну кучу собирать, короче. Как я понял, этих мопцов. Чтобы охуенно было. Вот движня. Тихо. Нет слов. Рейтинг А. Да ладно. Все, награды можно собрать. Собираем все, собираем. Осколки. Фианиты. Хериты-соситы. И получается, прикольно то, что тебе награды не просто выдают, а ты еще должен ручками их собрать. Да, если не соберешь, получается, тебе этого не выдадут, насколько я понимаю. А куда чел побежал? Расследовать карту? Че там интересного, братан? А, здесь тоже можно было, короче, их принимать. Видишь, в этом районе их тоже можно было и псти. Но мы остались в том районе. То есть можно было бы перебегать и, соответственно, по разным районам это делать. Прикольно. Это режим вылазка получается. Слушай, ну, на самом деле, интересно. То есть я люблю такие шутеры. Я очень много в свое время играл в Left 4 Dead. Это было интересно. Хочется побольше монстров, на самом деле. Чтобы они прям были поразнообразнее и поебабельнее. Ну, чтобы прям... Прям, чтобы прям реально все, все, знаешь, прям на очко садились, когда убегает какая-нибудь машина, хуета какая-то громадная. И говорит, я тебе пизда, блядь. И ты такой, ай-яй-яй-яй-яй. И нужно... Ай-яй-яй. Ну, короче, у меня есть... Блин, идей, конечно, для таких режимов очень много. Это очень круто. Вот, значит, Battle Teams развивается. Посмотрели мы с тобой, братишка, мой сестренка, на Battle Teams. Если ты хочешь тоже поиграть, я тебе ссылку в описании обязательно оставлю. Не забывай поставить лайк, и мы увидимся уже на новом видео. Пока-пока.